утром, днем и вечером. Вот уже 2 дня в зоне отдыха возле стадиона «Труд» в Подуне кипит работа. Участники 3-го регионального фестиваля культур северного зодчества приступили к воплощению своих замыслов. Профессионалы и любители создают фигуры из песка. Тема для всех одна – сказания северных народов мира. Как и в прошлых годах, на фестиваль стянулись мастера со всей России. Впрочем, посоревноваться с ними решили и братчане. Сергей Усов вместе с напарником в прошлом году заняли здесь 1-е место в категории «Профессионал». В этот раз работать решил один. Цель – получить эстетическое удовольствие. Пока Сергей успел только сколотить короб и утрамбовать песок. Короб – она больше такая рутинная работа, а резко это, там ты уже как бы творчески выкладываешься. Там, и можно дать волю фантазии, и гораздо интереснее заниматься резко уже. А вот Ольга Шалимова, еще один скульптор, сегодня буквально царица горы. Своей, песочной. Умело утрамбовывает специальной машиной песок. Так ловко, потому что не впервой. Участвовала во всех подобных фестивалях в Братске. Тем более в этот раз есть помощник. Ольга рассказывает, с каждым годом ее скульптуры становятся все больше. У нас, кстати, как-то тенденция у всех. Ну, я имею в виду, я не профессионал, да, я любитель. Каждый год хочется сделать что-то более масштабное. А замах, конечно, у меня... не маленький. Если посмотреть, профессионалы какие кубы ставят, по-моему, не меньше. Ну, к сожалению, это большой куб, это не залог успеха. А уже через 4 дня братчане увидят фигуры в готовом виде. Организаторы фестиваля пообещали, 7 июня будет интересно. С 3 часов дня здесь начнется развлекательная программа, а в 5 часов выберут самых достойных мастеров резьбы по дереву и созданию песчаных фигур. Влада Анцупова, Сергей Мажитов, телекомпания «Город».